كيزا. Упали свечи на ковер, и запылал он, как костер. А то до бедвенной было, и замок выгорел дотла. Огонь усадьбу все спалил, а потом конюшню охватил. Конюшня запертой была, и в ней кобыла умерла. Но в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Спасибо, друзья. Ансамбль «Родные напевы». Ну а мы приглашаем на сцену председателя комитета по культуре и туризму администрации города Гусь-Хрустальный.